ООО «Дорожник». Предлагаем камень природный от 18 рублей за тонну. Фракция от 70 до 300 мм. И камень природный, фракция свыше 300 мм. Щебень из гравия и валунов. Песчано-гравийная смесь. Грунт. ООО «Дорожник». Фонд жилищно-эксплуатационного участка номер 7 государственного предприятия «Мозырский райжилкомхоз» насчитывает более 5200 лицевых счетов. 1403 из них находятся на особом контроле. Особую категорию жильцов стараются наведывать регулярно. Задача смотровой комиссии, в составе которой сотрудники МЧС, органов соцзащиты, газовой службы, медики, представители правоохранительных органов, коммунальных служб, прежде всего обеспечить контроль за безопасностью проживания и, конечно, оказать посильную помощь. Сегодня, например, в рамках смотровой комиссии при посещении одиноко проживающей женщины в возрасте пенсионном, ей необходим социальный работник. Она вот плохо уже сходит, особенно в зимний период, чтобы помогли, оказали помощь в доставке продуктов из магазинов, где-то поубираться. Также люди обращаются, например, на какие-то замечания в сфере работы ЖКХ. Где-то плохо горит свет, недостаточно, либо вот пожилые люди плохо спускаются, им необходим дополнительный поручень в входной группе. Есть, выявляются, жалуются люди, иногда вот и на соседей, которые вот злоупотребляют, и с этими уже людьми работают представители РОВД. Евгения Николаевна – инвалид второй группы по зрению, живет совсем одна. Члены смотровой справились со здоровьем, убедились в том, что женщина не нуждается в дополнительной помощи и проверили работоспособность автономного пожарного извещателя. Визит комиссии в эту квартиру не первый и не последний. Список категорий граждан, которые находятся в числе субъектов профилактики, весьма широкий. Посещаются семьи многодетные, одинокие, одиноко проживающие, инвалиды и одинокие инвалиды, злоупотребляющие лица, которые уклоняются от наркологического наблюдения, также ранее судимые, ранее находившиеся в ЛТП, чтобы не было повторных выявлений фактов злоупотребления. В рамках смотровой комиссии выявляются жилые помещения, где выявляются притоны. Смотровая комиссия на этот раз прошла в рамках акции «За безопасность вместе», которая стартовала в республике 11 апреля. Поэтому инспекторы МЧС обязательно проверяли наличие автономных пожарных извещателей и объясняли жильцам необходимость их установки. Смотровая комиссия проходит на участке ЖУ-7 каждую неделю. Если на этот раз жильцов не удалось застать дома, через неделю в дверь снова постучат. Лидия Поттер, Вячеслав Приписнов, телеканал «Мозырь».